Let me down. Let me down easy. Oh. Луизиана, Полис, РП. Добро пожаловать на Полис, РП, сервер в американском штате Луизиана. Создать персонажа. Аслан Биджа. Вот оно, любимая графа каждого уважающего себя школьника на Dark РП. Описание своего персонажа. Они обязательно сделают какое-нибудь, не знаю, опасное лицо со шрамом каким-нибудь. Какая-нибудь отличительная черта должна быть, которая по-любому указывает на криминальную или же такую достаточно угрожающую, солидную принадлежность вашего персонажа. Но у меня будет не молодой подрастающий мужчина с растительностью везде. Вот и все нахуй. Стокгольмский синдром. На третьем уровне вы можете брать в заложники одного человека. Я бы переработал этот навык. Я бы сделал так, что на третьем уровне вы можете выходить замуж за вашего грабителя и того, кто держит вас в заложниках. И он не может от этого отказаться. Обычный парень, как и все, но с родинкой на хуе. Родинку покажи на писюне свою. Правила дорожного движения используются те, которые применяются в России. Передача как... Так это же штат американский-то. Ладно. А ты кто, блядь? Кто ты, нахуй, что тут стоишь? Из-за одежды на шее видна татуировка, рост чуть выше среднего, глаза карие. Блять, вот это вот стандарт, которого нужно придерживаться. Вот это вот с родинкой нахуе. Ну и что это? Как мне эта вообще информация, ну, может пригодиться? Вообще мне, в принципе, описание персонажа никогда не пригодится, тем более в Dark RP. Кто, блядь, отыгрывал в Dark RP хотя бы раз того челика, которого он описал в такой вот графе? Ноль, нахуй. Ну, поскольку это мой самый первый коннект на этот сервак, я имею законное право немножечко поохуевать с того, какие описания себе делают игроки на, казалось бы, более-менее серьезном серваке. Ну, он себя так позиционирует. Не верите? Вот вам введение из правил этого сервака. Уровень правил данного сервера базируется на Polis RP. Да, я знаю то, что читается как Polis RP. Как говорят правила, вы должны быть логичны в своих действиях, и действия ваши должны быть объяснимы с точки зрения реальной жизни. То есть, если вы что-то тут задумываете, то вы сначала должны обмозговать, сделали бы вы так IRL или нет. Отталкиваясь от этого золотого введения, я буду, как в старых добрых роликах своей годичной давности, доебываться до каждой мелочи, ну, которую вот я посчитаю нарушением. Подам жалобу, а админ пусть решает, нарушение это или нет. Есть, короче, тут вертолет в донате, но ребята решили не тратить деньги и сделать его сами. Смотрите. Ребята не захотели покупать вертолет за дохуйлион денег, решили сделать свой. Это новая модель вертолета из доната, да? Да. О, даже звук уже появился у него, пиздец. Пиздец. Не советую к нему подходить, он урон дает. А, да? Ты у меня тот раз учил. Да мне не поверит никто, что меня вот таким образом машина сбила, так что похуй. Пошли другого позовем. А его можно приручить? Как Путин. Его приручить можно? Оседлать этого монстра нахуй! Я смог его оседлать, блядь! Слязь, слязь, улетишь. И как? Нормально, запрыгивай. В итоге наша небольшая веселуха не понравилась местным властям города, и они решили просто так, по приколу, расстрелять машину. Казалось бы, на это должна быть объективная причина. Машина, пусть она и летающая, все же машина и чья-то собственность. И зачем ее расстреливать вот просто так вот из вертолета, блять, я не понимаю. Мне никто ответа не дал, потому что полицейские здесь за большинством своим великие глухие. Я вообще ни капли не преувеличиваю, пока им что-то от тебя не надо будет, они
особо с тобой разговаривать не будут ни по какому из поводов. Ну так вот, на полиции нашелся еще один ебанат, который решил по фану таранить чужие машины, ну просто потому, что он так может. Причем он отыграл уже больше 20 часов на серваке, он купил себе несколько профессий полицейского, то есть продвинулся тут по карьере, да, тут такое есть, и он до сих пор, сука, не был забанен, причем вытворяя такую вот хуйню. Ну чё, приехал? Сигма. А хули он выёбывается? Сигма. Садись, брат, подвезти. Нет, ты меня ограбишь, а мне денег нет, так не пойдёт. Иди нахуй! Таранишь машины. Ебать занятие. Зачем ты это делаешь? Зачем ты машины таранишь людям? Потому что я твой рот ебал. Соси хуй! Админ ТП! Проблема такая. Я бегаю по улице, вижу, чел на броневике ездит, таранит машины. Вот, когда я спрашиваю, зачем он это делает, он говорит, типа, ибо нехуй выебываться было. Потом он берет опять таранит другую машину, спрашиваю, зачем он ее таранит. Ник, сейчас скажу, сейчас. С 2 секунды. Что? Сейчас, 2 секунды. А я нет, я вот так могу сделать, во. Non RP Drive, сука, нахуй. Здравствуйте. Вот, да. Я у него спросил... Новая жалоба за 3.1.1 плюс 3.19. 3.19 это нюансы игры на полиции, а именно запрещено первому оскорблять, унижать, провоцировать, грубо выражаться в присутствии на гражданских. А он меня, кстати, тоже оскорбил. То, вот. Что вы на броневике таранили машины по причине, ибо нефиг. А вот, он еще мне плюс сказал, когда я у него спросил еще раз, зачем он таранит, он сказал, потому что я твой рот ебал. Меня это обидело достаточно сильно. Такого не было. Было, я ж тебя после этого нахуй послал, и ты уехал послушно. Такого не было. Ты не уезжал, я тебя не посылал? А у вас есть демонстрация, Аслан? А если вот будет демонстрация, у него будет обман администрации, да? Да, да, да. О, 3.15. Классно, классно. Сейчас. Ну, раз не было, то подожди, сейчас появится. Пока я готовил демку для администратора, этот долбоеб успел несколько раз ливнуть с разборок, а потом и вовсе с сервака, чем и подписал себе нарушение еще нескольких правил, а именно подтвержденный обман администрации, а также лив сервера во время разборок. Шел 23-й год, а обезьяны с Dark RP до сих пор не научились нарушать так, чтобы потом на жалобе к ним нельзя было прицепиться. Давай. Вы зачем ливаете с жалобы? А чё, куда он уходит-то? Забанен. На неделю. Всё, он ливнул, я ему выдал 7 дней бана. Ого. Нормально. Спасибо. До свидания. Туда, хуесоса всратого! Учись ездить, блять, на тележке из Ашана, кусок хуйни. Всё! Боевое крещение прошел, слишком просто на самом деле. Но зато какой эффект, челик на неделю, сука, улетел, доигрался. Тут можно стать обратно гражданским лицом, мэр города. Участник группировки Монолит. Блять, и что? Вот я по внешности это должен понимать. Но описание персонажа, что можно понять на первый взгляд по человеку? Видно, что любит бананы. Ну вот хотя бы так, да. Типа на голове там банановая кожура, к примеру, можно представить. Но блять, какая группировка Монолит, сука? Какая группировка Монолит? Я должен на вид додуматься до этого. Как я должен это себе представить, сука? На вид 19-летний обычный человек снимает видео на канал Крипер 2004. Вот, нормально. Да и похож тоже на Крипера 2004. Ну, внешне, наверное, да? Только постриженного кем-то плохо. Браток, а чё ты ходишь, как в штаны насрал? Потому что я так в штаны насрал, понимаешь? Так пойдем, приоденемся, поменяешь. Да, рост 170-175 метров, ебать. А хули ты высокий такой, другалёк? Браток, чё ты высокий такой? Метров 170 где-то, да, рост у тебя? Ну, такой, сам понимаешь. Я хаммер себе купил. А, купить данный транспорт можно в донейт. Ладно, блять, ладно. Ну, либо баги я себе взял бы.
либо вот такой вот джипчик, купе. Но пока я могу сосать только вот этот палец, которым я придерживаю ключ свой. Ибо у меня денег-то 200 всего лишь. 17 из 20, это, наверное, 20, это основная зарплата, и 17, сколько остается после списания налога, хз. Как-то связан с монолитом. Серьезный взгляд и длинные ноги. Паршак у меня козырный. Ну? Да, говоришь, я рисую за криминал, там 30 камней я тупо списываю. Бебра склад. Пучки летят, бомбить. А почему тебе 30 списывается? Ну, короче, когда тебя садишь в тюрьму, тебе списывается 10% от суммы. У меня списывается 1020. Давай, пойдем, брат. Нет. А я тебе сейчас на хату подкину. В реальной жизни на ровном месте от сотрудника такое было бы слышать крайне неуместно и достаточно странно. Но ты же прямо сейчас доебываешься до мелочей, мешая людям играть. Да я не особо-то кому-то им мешаю, просто бегаю по городу и натыкаюсь на ситуации. А насчет того, что я докапываюсь просто так, да, я всегда это делал, делаю и буду делать, потому что, во-первых, это смотрят. А во-вторых, чё во-вторых, вам чё, первого не хватает? По факту, если следовать правилам этого сервака, то он нарушил только правила нюансов, а именно особенности игры за госпрофессии. Но на самом деле, его нарушение не так важно, как то, что будет происходить дальше. Саратова, побег Саратова. Пойдём, я отлично. А вы же понимаете, что это незаконно, просто так кричать на улице, что вы ему подкинете наркоту? Что? Что-что? Я не услышал, еще раз повтори. Это ж незаконно, кричать на всю улицу, что вы ему наркоту подкинете. Да это я сейчас могу рассказать, что законно, а что незаконно. Я пошутил. Так, и зачем? Зачем? Что я сделал? На моей же безопасности, потому что вдруг вы криминалист. Каким образом? Вы ж меня даже не обыскали. Ладно, пиздуй. Ладно, все, давайте. Зиг халь, зиг гудбай, ауф и дерзен, короче. Скрипцом снёт за это, за это. Слышишь, Доминик, Доминик, это какой-то умный Доминик. Уф-уф-уф. Доминик, слышишь, это какой-то умный. А зачем ты меня толкаешь? Тебе что, обидно, что я умный, а ты нет, или что? Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Доминик, видишь, вот это вот какой-то разлежи. Типуль подозрительный. Ну ладно, пусть. Чем я подозрительный? Пока. Миник нет. Нет, хотя полувокер лучше, чем... Опа, стой, подожди. Кто ли там? Кто? Это ли? Кто? Что? Что ты стреляешь? Подожди, до свидания, говорю. Иди уже, давай. Гуляй, пока можешь. Так, расстреляет же, да? Конечно, расстреляет. А что еще можно ждать от тупого имбецила все же на Dark RP режиме? Тем более на серваке, где профессия полицейского, а точнее ее получение, ну, достаточно такое трудоемкое занятие с точки зрения времени. Тебе нужно играть на серваке, проводить на нем время, пока у тебя нет этой профессии, как-то зарабатывать деньги, возможно, ты их будешь терять, возможно, ты будешь терять все деньги, но с горем пополам, накопив на заветную профессию, тебе кажется, что все люди теперь говно. Ну вот и наш друг в скобочках не стал особо утруждаться с отыгрышем на поле с РП серваке, где достаточно важная часть это именно отыгровка. Пока мы ждем администратора, предлагаю посмотреть на мои похождения по серваку. Я тут признался в содеянном преступлении, и вот что со мной стало. Стойте, я сдаюсь! Кому ты сдаешься? Вам! Что ты сделал? Я украл Чукапай! Ой, блин, как так? Так вышло. Ну-ка, вставай лицом к машине, к капоту. Да, прям запрыгивай, о, да. Так, сейчас я твою жопу обыщу. Так, запикала, но у тебя ничего нету. Так, рюкзачок снимай, у тебя там Чукупай, признавайся. Я его съел. Спиздил. Ты один спиздил? Да, Чукупай, да, спиздил, мне надо было так, червячка заморить, я и спиздил один и съел его. Ладно, я тебя... Держи бургеры, не голодай больше никогда. Спасибо. Ты прощен. Спала, съел фу. Выбирать не приходится. Я украл Чукапай, сделайте что-то с этим.
ебать. За что его, за что его? Я украл Чукапай, все нормально. Он Чукапай украл. Его отпускали за это, отпускали за это. Я украл новый, опять съел его. Ты что меня? Я хотел есть. Слушай, а вот, ну, ты же не видел этот Чукапай. Значит, даже доказывать нечем, что я реально его украл. На патруль города? Ты же даже, ну, не видел Чукапай, который я украл. Как ты можешь понять, что я его действительно украл? Зачем ты его украл? Я был очень голоден. А зачем ты стреляешь? Я как бы и так, знаешь, в напряжении, что я где-то нахожусь связанный. Чё меня ещё пугать? Зачем он хотел жить? Кто? Чукапай. Бля, можно мне другого психолога? Я нахуй увертел эту терапию, ребята. Все вы виновны по всем статьям. А какие именно есть? Что, не достаёшь, да? Карлик, да? Ну, браток, давай. Ага, ага, далеко собрался, не? Удобно ты придумал, конечно. Бля, тут больной один какой-то, ребят. Я не хочу с ним сидеть. Давайте в другую у меня камеру какую-нибудь тусовку. Давай, давай. Ребят, помогите, меня просили взять вину на себя, мне угрожали оружие, помогите. Меня просили взять вину за убийство на себя, но я этого не делал, блядь. Сука. Ну все, мы с Чукапаем разобрались, все, не было никакого Чукапая и не ел его никто, да, давай. О, мы улетаем куда-то, да? Вы будете повешены. А этого вроде бы нету в уголовном кодексе. На нахуй, чё ты толкаешься? А это типа повесить называется? Охуенно. Ну, в итоге меня по РП повесили. Вот недолгая жизнь была у меня. Ну и что ты делаешь? Есть другие способы заговорить с человеком. Не обязательно бить по нему шокером, блять. Ну и после того, как я получил свое законное наказание за украденный Чукапай, я подумал, почему бы и не вступить в ряды полиции. Но и тут все не так-то просто. Здесь ты не выбираешь в F4 нужную профессию полицейского и не становишься им сию секунду. Ты сначала должен подать заявку на вступление шерифу, шериф должен проверить ее, отклонить или же принять, а перед этим ты должен пройти что-то типа РП-собеседования. В правилах есть такая интересная вещь в виде отдельной страницы, а именно стадии применения силы полицейскими. Так вот, ребята, угадайте, кто не готовился к экзамену? Я подал кто заявку уже, зависимо, примите, что пожалуйста. Что если человек зайдет за эту границу? Разрешено арест, разрешено арест. Но он полиция, это значит, он полиция. А не полиция. Но Уильямс, он полиция, да, только полиция. Но Уильямс это нет граждан. Я знаю. Ой, я, короче, давай, лицом к стеночке вставай. Ну, блин, я на собеседование, думал, да, блядь, в очередь, я тут стою, видишь, у окошка. Уйди отсюда. Здравствуйте, я подавал уже заявку, можете ее рассмотреть, пожалуйста. Вставай на лицом к стене. Алло. Нет, не это нужно. Нужно вам рассказать про стадии применения силы СШ. Расколько их? И скажите про них. Первая стадия – это психологическая атака, с помощью которой можно воздействовать на психику человека и заставить его вам подчиняться, он будет вашей марионеткой, а вы будете его кукловодом, и не только его. И затем, если он не поддается, то вы можете использовать силу вместе с психологическими манипуляциями, что дает очень ощутимый эффект, если сравнивать, к примеру, одиночный какой-нибудь из этих двух способов. В паре эти два способа способны принести огромные результаты и плоды на службе любого госсотрудника. Если же подозреваемый вообще не подчиняется, то из физических методов воздействия уже применяется либо дубинка, либо шокер, то есть оружие несмертельного воздействия. И если же подозреваемый оказывает вооруженное сопротивление или же есть хотя бы какой-то намек на это, то он вправе использовать табельное оружие, которое он получил. А его использование он обязан доложить как раз-таки вышестоящим по должностям людям в своем отделении и провести, так скажем, отчет, грубо говоря. Вот и все.
Третья стадия, это примерок. Я все это описал. Ну, кроме первой стадии, ты лохан. На второй стадии. Нет, я имею в виду о том, что мы посыл, понимаете, в чем заключается? В том, что да, стадии, конечно, существуют, и их учат, и сдают, да, но... вся давай суть в том, что не всегда эти стадии и вот эти вот правила стадии работают-то в реальной жизни. Но это то же самое, что если учить какую-то теорию, теорему, не знаю, из алгебры, а вдруг она в какой-то ситуации в жизненной, ну, вряд ли поможет. Хотя, казалось бы, а зачем я ее учил? Там уже важны личные качества сотрудника, то, как он реагирует на ситуацию и так далее. Я, собственно, не понял, собеседование окончено? Так, последний вопрос, я вам задам прям два фактора. Первый фактор. Если вы увидели человека с оружием в канале, у него рядом сумка, и недавно было проведено ограбление ювелирного магазина, что вы делаете в таком случае? Если я вижу у него оружие, я попрошу сначала бросить оружие на пол, и если после нескольких предупреждений о том, что я буду дальше переходить к следующей стадии, я уже буду действовать по ситуации. Возможно, если он будет оказывать вооруженное сопротивление, я, конечно же, применю летальное оружие, табельное, грубо говоря. Если же он будет просто не подчиняться требованиям, то вполне законно я могу воспользоваться нелетальными методами контроля подозреваемых, а именно шокер, дубинка и так далее. А дальше действовать уже, грубо говоря, по бумажке. Ладно, это значит. Вторая. Вы видите, как ненормальный сотрудник полиции, но поглядывал нормально, ненормально себя ведет по отношению к другим нижестоящим и вышестоящим. Проблемы в коллективе – это достаточно частое явление, я перебью вас. Это достаточно частое явление, с которым нужно справляться всем коллективом сразу. То есть в одиночку никто никогда особо нигде ни в чем не справлялся. И для этого нужна как раз-таки помощь. Иначе зачем тогда целый штат сотрудников? И поэтому нужно действовать сообща. Возможно, сделать какое-то собрание и обсудить какой-то главный вопрос, который интересует большинство сотрудников, которые по этому поводу собрались. Ты видишь, как он унижает нижестоящего сотрудника, не слушается вышестоящего. Ты находишься на высшем ранге, чем... Что бы вы сделали бы в таком... Он офицер третьего ранга, вы... Что делаете в таком случае? Обижает он офицера второго, говорит ему, что-то нужно сделать, например, убить человека. Гена, почему городу жопа? Я же только что ответил. От того, что вы закончили предложение, суть моего ответа не поменялась. Я бы сделал все точно так же. Я бы попросил собраться отделом, как раз таки, за которым... Вот попросил бы человека, за которым закреплен отряд, в котором участвует этот правонарушитель, грубо говоря, и провел бы, попросил бы провести беседу. Вот. И в ходе беседы бы каждый высказался о том, кто, где, в чем накосячил, грубо говоря, и что конкретно сделал не так. Ну, ладно, вы приняты. Ваше имя и фамилию про раз. Аслан Биджа. Аслан Биджа, хорошо. Пожалуйста, Шири, примите Аслана Биджа, он прошел собеседование на 5 из 6. Ура, я стал полицейским. Легко. Чуть-чуть со мной перекинувшись словами, он меня ударил шокером, потом заковал в наручники, я так и не понял за что, он мне точно не сказал, говорит, это вот ради моей безопасности. Я говорю, а я что, угрозу какую-то представлял? Я просто спросил, что происходит. Вот. Потом он начал туда-сюда бегать, вылез наружу, увидел то, что летает машина из-за бага, которым тут челик занимается, и начинает ее расстреливать просто так вот. Ну, видит, машина летает, почему бы не пострелять по ней? Весело. Вот. Потом он ударил шокером еще кого-то, другого какого-то челика. То есть шокеров от него было около 2-3 раз использования в этот момент. Без понятия вообще зачем. Почему, что послужило причиной и так далее.
Я почитал правила, это нюансы 3.19, второй пункт. При задержании гражданина за что-либо он должен назвать причину во избежание недопонимания. Ну, даже просто задержание. Зачем? Зачем меня связывать было в наручники, я не знаю. Да, мне нужно просто, чтобы он вышел из АФК, продолжил диалог. А есть еще человек, Доминик Торетто у него ник, он тоже был за полицейского. И он, да, он на сервере, можете его тэпнуть? Возможно, он тоже тут не в АФК стоит, как этот. А он на улице, бегая, гражданскому угрожал, что подкинет наркоту. Вот, я как раз-таки на это обратил внимание, исходя из демки. И мне за это прилетело шокером. Вообще-то я сейчас объясняю ситуацию, не перебивай меня, пожалуйста. В общем, на вас тут жалобу подали, Руслан, объясним ситуацию. В общем, Доминик Торетто, чел вот с таким ником, бегает, угрожает другому гражданскому, что он что-то ему подкинет. После этого вы убегаете в подземку, в канализацию. Я бегу за вами и говорю то, что ну это не совсем красиво и адекватно вот так вот бегать по улице и гражданским угрожать об этом. Так мы просто с Степом фанились, эти тоже пофанились. А, вы фанились. Ну я же говорю, мы с Степом сидели фанились, это мои друзья были. Ага, понятно. А я что, тоже друг твой, да? Тоже дружу с тобой? Я тебя вообще в первый раз вижу. Я ни черта не понял. Но я тоже, что ли, друг твой? Зачем ты меня шокером бил и в наручники заковывал? Можешь меня еще, ну, в чат написать, потому что у тебя из меня... Я говорю, зачем ты тогда меня шокером стрельнул и заковал в наручники? Причина какая? Ну, я говорю, ты так под веселую руку попал. Можешь меня подсадить, пожалуйста? Мы реально под соседили панич. Это фрибодис у вас выходит, и плюс ко всему еще... Ты 19. Ну вот как бы и оно, да. Теперь еще нужен Доминик. Он по улице бежал и кричал человеку, что он ему сейчас подкинет наркоту. Я не подкинул же, я пошутил. А так можно шутить, да? Это в рамки РП вписывается? Так если бы я это сделал, это посчиталось за 0 РП. А если бы я пошутил, я просто сказал, я сейчас тебе наркоту подкинул, пошел дальше. Нюансы. Это мой друг вообще так-то. И мой знакомый. Но факты есть нарушение. В чем нарушение? Это шутка. Это достаточно грубая шутка в глазах прохожего, типа меня, который, наверное, воспринимает госсотрудников как людей, к которым можно обратиться за помощью в случае правонарушения с какой-либо стороны. А слыша вот это, то, что он кому-то подкинет наркоту, кредит доверия как бы становится все ниже и ниже. Вот и все. Это нюансы. Кредит доверия — это то, что тебе незнакомо, а ты такого понятия не знаешь. Так это шутка. Какая разница, блядь? Какой кредит доверия? Я вот сижу и думаю, нахуя он вообще конфликт испанца высосал? Какой конфликт? Ты меня шокером просто так ударил. Какой конфликт? Ты сам это сделал. Из пальца высосал. Тоже как скажешь. Лучше уже сиди молчи, то смысл от твоих изречений, как пьяный пойдет в лужу перданет. Где написано в правилах то, что полицейские не могут шутить? Не соответствует. Я такие ситуации не делаю. Я тебе на карту подкину. Ну типа вы серьезно хотите прикалываться? Я реально видел таких людей. Нюансы седьмой пункт, ребят. Нюансы седьмой пункт. Сравнивая игру и жизнь, так сервак вроде подзаточен достаточно под то, чтобы более-менее серьезная игра была. А ты вообще, ну... У нас фулл РП. Ну. Так, и шо? Нет, у нас медиум РП. Бро, я тебе говорю, я такое видел. Честно, вот прям без пиздец. Этот, пиздец, сука, в турбине видел. Сидит, я в ахуе. Ну, вот, ребят, давайте я уточню. Нюансы — это седьмой пункт. Запрещено первым оскорблять, унижать, провоцировать, грубо выражаться в присутствии гражданских, на гражданских или же на задержанных, или же в их присутствии. Достаточно неадекватно или же грубо прозвучит просто так в сторону гражданского, или же в присутствии гражданского, что он сейчас кому-то подкинет наркоту. Где это в законах написано? В каких законах? Правила сервера читай, пожалуйста, 3.19. Где? Какой пункт? Я только что сказал. Объясните седьмой подпункт 3.19.
Человек вообще, кажется, вслепую и без наушников играет. На ощупь тупо. Затем пункт, который нарушил вот этот Джузеппе. Сейчас тоже скажу. Ну тут же наверняка... Сейчас грузится у меня правило. Тут же наверняка тоже нельзя просто так ограничивать свободу гражданского. Ну это просто как на НРП подходит, грубо говоря. Вот. А, да! Да, это десятый пункт нюансов тоже. Вы серьезно ограничивали гражданским без всяких мутопыщин? В наручники заковал меня. Я не понял, что такое, что я делал, я нихуя не понял. Ну было такое, то, что вы ограничивали с гражданских в каком-либо там, да, вы съели бы пройти. Что я ограничивал? Ограниченный ты, сука, господи. Еще раз, ограничивали какой-либо проход, либо же для гражданских, то есть чтобы человек, например, не мог пройти по словам там. Да не было такого, я вылез, он, наверное, за мной полез и заблочился. Как я не было? Я же канализацию 300 раз спускался и получался. Как не было-то? Как не было? Ты же меня завязал в наручники и приковал к стене, пока вы просто прикалывались, как ты говоришь, фанились. Как не было-то? Было ж. Ты же меня в наручники заковал зачем-то, ограничил свободу, привязал к стене. То есть я даже уйти не мог никуда, пока тебе не расхотелось веселиться. Потом он взял и расстрелял машину, просто потому что она летает. Типа дальше, что ли, продолжать? Так, что? Погоди, когда человека поймал, я расстрелял машину, потому что... Вообще-то так там можно делать? Да, можно делать, что да. Машина просто забаговалась, летает, ты стоишь, в голос говоришь о том, что, ну, а чё бы не расстрелять её, и начинаешь хуярить по ней. Кион. Она забоговалась, её надо сломать, её не... Бля, ну вот классная отговорка, владелец не был против. Владелец не был против, потому что ты его нахуй пошлёшь, потому что у тебя профессия сломать такая, её, ты обузишь её. Это, судя из первой твоей РПшки, где ты фанился, уже понятно. Ты бегаешь, заковываешь в наручники людей просто так, и другой там рассказывает, это я тебе что-то подкину, блядь. Если ты судишь, подожди. Если ты судишь человека по одному ситуации, где два чела, и даже чела, фанятся, и ты говоришь, что этот человек сразу, вот, блядь, он одну ситу нахуй не отыграл, значит, он ведет себя как долбоёб, и вообще, блядь, хули он на этом... Я не как-то там решаю о том, какой человек есть, я просто констатирую факт того, что ты страдаешь хуйнёй, как и твой знакомый, на этих профессиях, вот и всё, и у меня есть для этого все доказательства, которые требуются. Тем более, ты и сам этого не отрицаешь. Единственное твое оправдание, блядь, это то, что ты фанился, всё. Нет, я не ну, бля, мне пришло слышать, что ты сказал фармация. Смотри, короче, я вообще до этого до хрена уже ограблений, так сказать, прихреначил, и мне захотелось отдохнуть чисто с чипами пофамиться, с моими. Ну бля, на улицу выйди, блядь, отдохни, прогуляйся, я тебе чё. Блять, с какого хуя, алло, тачка не твоя, какого хуя, она тебя вообще должна... Да мне похуй, моя, не моя тачка, увидел, что ты страдаешь хуетой какой-то и просто болванишь, блядь, на себя. Я не страдал хуетой, там... Да это все, что ты делаешь здесь, всё, умись. Машины не было против, так хули ты доебался, как там? Могу себе позволить, мне никто не запрещал жалобы, блядь, поставить. Блять, погоди, прикол просто в том, что ты вообще в душе не должен ебать, потому что там, я тебе еще раз повторяюсь, я всю жалобу тебе говорю, и, сука, говорю. Блядь. Я не хочу тебя что? Слушать, ты противный, ты орешь, блядь, в микрофон, как неадекватный какой-то, пиздец, как будто нет, с цепи сорвался. Нет, неадекватно себя веду, ты просто берешь меня нахуй, перебиваешь, как мне вести с тобой разговор, алечик? Так ты из турбины, тебя невозможно слушать. Тише микрофон сделай, тогда буду с тобой. Хотя уже конец жалобы и все, как пора уже улетать. Ну вы их не прощаете, поэтому сейчас я им выдам, получается, наказание. Можно вот ему, он более-менее адекватный. У этого просто, у того, что Джузеппе у него глотку рвет, я не хочу его прощать. А вот этого давай отпустим тогда. Сами понимаете, что шутки такие, даже реальные, очень просто.
больше не повторится такое. А говорят, я, сука, людей не прощаю за то, что они нарушают правила. Но он не сделал супер какого-то, не знаю, плохого что-то в мою сторону. Просто путем жалобы я ему немножечко, так немножечко намекнул, что ну это было бы нарушением. Если бы я дальше, сука, душнил, он бы реально улетел бы за вот эти нюансы. Все, браток, там в джайле этих наручников не дают и шокеров тоже. Отдохнешь. Прости меня, что помешал тебе фаниться. Ой, блядь, завались душнилом.